Эй, танцоры, снимайте свои модные кроссовки и двигайтесь ближе к экрану. В Москву прибыл легенда танцев. Да что там, гуру позитивных телодвижений, хореограф Поппин Пит. Не пропустите урок философии танца от учителя самого поп-короля. В современном мире хореография является чуть ли не главным составляющим выступлений поп-звезд. Более того, за более чем 20 лет в нашей стране танцевальная культура набрала колоссальные обороты. А на днях урбан-тусовка танцевальной школы Dance 54 принимала в своих стенах гуру стиля паппинг-хореографа самых популярных исполнителей Америки Поппин Пита. Желающих принять участие в мастер-классе от самого Поппин Пита ждал один не менее приятный сюрприз. На протяжении почти 2 часов до приезда заокеанского хореографа делился своими навыками и щедро раздавал советы наш соотечественник Роман Поляк, известный в миру как Рамон. К слову, этот человек также заслуживает уважения, поскольку вот уже на протяжении нескольких лет завоевывает награды на огромном количестве танцевальных фестивалей и конкурсов и активно продвигает паппинг в нашей стране. Паппинг пришел 5 лет назад, как еще раз говорю, повторюсь, к нам попал в руки диск Electric Blue Gloss, это те как раз, которые создали паппинг. Ну, соединили лучшее в нем, дали ему стиль, то есть красоту, вкус, движение и... толкнули в мир эту тему, сейчас очень-очень сильно процветает везде. И... В отличие от многих своих коллег, Рамон начал заниматься танцами не с самых ранних лет. Его карьера стартовала в 20, а уже к 29 годам Рома занял свою нишу в этом деле. К слову, он с перспективой смотрит в будущее. В планах покорения мира, конечно, естественно. Покорить мир или мир покорить меня, не знаю. Кто победит, но ты жестоко. Поппин Пит активно сотрудничает с Джастином Тимберлейком, Ашером, а Крис Браун в своем клипе на песню «Е» даже станцевал в паре с ним. В начале 80-х Майкл Джексон увидел выступление команды Electric Boogaloo и был настолько восхищен их выступлением, что предложил сотрудничество, которое продлилось почти 20 лет и оказалось очень плодотворным для Пита. Когда я пришел домой после съемок в шоу Soul Train, раздался телефонный звонок. На другом конце интересовались, хочу ли я со своей командой участвовать в видеоклипе на песню Beat It Майкла Джексона. Мы подумали, что это шутка, что кто-то просто нас разыгрывает. Я ответил, конечно, да, и мой друг повесил трубку. Они перезвонили и сказали, что на самом деле хотят, чтобы мы приняли участие. Поп-король не переставал удивляться как стилем паппинг, так и навыкам молодых танцоров. Он хотел, чтобы они танцевали с самыми значимыми звездами тех времен, таких как Лайза Минелли, Элизабет Тейлор, Куэнси Джонс и многими другими. Каждый раз, когда кто-нибудь из них приезжал на съемочную площадку, он подзывал нас. Пит и Шуга Поп, подойдите, пожалуйста, станцуйте. Все восхищались, вот это да. А Майкл говорил, я же говорил, что это здорово. Это было потрясно. В этом году Питу исполнится 51 год, 35 из которых он профессионально занимается танцами. И в ближайших планах останавливаться на достигнутом Пит не намерен. Хореограф колесит по миру и проводит мастер-классы для всех желающих. Этот нескончаемый поток энергии объясняется лишь одним фактором. Когда вы делаете карьеру, вы должны делать абсолютно все в танце, есть, дышать, да что угодно. Именно поэтому я и говорю, что танец — это жизнь. Вы порежете меня, я истеку танцами. Вы можете заниматься этим в качестве хобби, но если речь идет о вашей карьере, то вы должны буквально одеть на себя танцы. К примеру, я могу жить обычной жизнью, но в определенные моменты я надеваю на себя танцевальный мундир и становлюсь частью танца. Я и есть танец. My name is Poppin' P from Electric Boogaloo, and you're watching Music Box, straight from the hood! Peace!